Микрорайон новый, проблемы старые. Жители домов по улице Александра Невского о своих проблемах говорили не раз. Казалось бы, новые дома – долгожданный переезд. Однако инфраструктура вокруг оставляет желать лучшего. Общественный транспорт не ходит, автомобильная дорога не справляется с большим потоком машин. Городские власти об этом знают. На встрече с жителями исполняющий обязанности первого замглавы города Дмитрий Вавилин рассказал, что 20-й маршрут пустят через микрорайон. Мы его полностью пустили через микрорайон «Новые жизни» в прямом и в обратном сообщении. Увеличили в 3 раза количество выполняемых рейсов по этому маршруту. Соответственно, мы проинформировали жителей о том расписании, по которому выполняются перевозки. Теперь маршрут от улицы Корунковой проследует через Шолмову, промышленную Александра Невского, автозаводскую. Конечная центра – банк. Возник у жителей вопросы по другим маршрутам, которые могли бы доставить людей и в другие районы города. Ответ градоначальники смогут дать только после того, как убедятся. 20-й маршрут востребован у местных. Также установят дополнительные остановочные павильоны. Первая точка – это Невского 2Б. Она уже определенная, здесь работы ведутся. Буквально завтра мы уже этот павильон поставим. Второй павильон мы планируем поставить на улице Автозаводской. Сейчас мы определяемся, либо это будет большой супермаркет «Гулливер», либо отделение соцзащиты. Именно по градостроительному зонированию смотрим, где допустимо установить остановку. От жителей поступило предложение сделать больше пешеходных переходов. Начался учебный год, и детям тяжело переходить дорогу в час пик. Также в администрации работают над проектом расширения дороги по улице Александра Невского.